Ну, знаете, мне не особо нравится много турниров, потому что мне не особо нравится Angry Birds Friends. А еще мне... Ох, ну это уже много раз снимать ведь. Не знаю. Может, я вот сниму только один турнир, возможно. Но чтобы несколько турниров в одном видео было в разной тематике. Как в прошлом видео, да? Не знаю, как получится. Вот, в общем... много турниров. Зачем много так? Big U Ride, Nostalgia Mania. Ну, то есть, турниры, которые уже были раньше. Да, Big U Ride. Помните, я рассказывал в большом видео? Не крутить? Нет, не хочу крутить. Давайте, погнали на первый. Ну, как бы Nostalgia... Это же тот же самый турнир, кстати. Ну, давайте, посмотрим. Это же тот же самый турнир, кстати. Ну вот, посмотрим теперь на турнир новыми глазами. Ну, то есть, свинки же новые. Новые поросята, новые птицы. Ну чё? Тот же самый турнир, я его помню, проходил когда-то. Ну, в таком случае мне не нужно его показывать. Я вам рассказал ведь о нем. О нем якобы. Эти кубочки. Кубки. Кубки. Тут у нас... Двигатель из Бэтпигиса. Шапочка. Шапочка была уничтожена. Прям не просто шапочка сломалась, а уничтожена просто в клочья. Смотрите, как. Все, помните, механик потерял шапочку. Подземелье в Бэтпигис. Все, теперь она просто уничтожена была. Ну. Так теперь механик, видимо, совсем будет плохо ему. Нет! Не так опять то же самое. Чушь. О, усачка какой снова, да. Я хочу шлем очного посмотреть. Кстати, я посмотрел в Фейсбуке, остались старые типы свиней и птиц. Это только в этом мобильном Angry Birds Friends. Поменяли все. Я не нажимал. Усач забавный, да? Ну что, разорвем всех тут. По клочья. Хотя, может быть, я даже сниму. Я посмотрю, как получится снять, как получится, как не получится. Пожалуйста, я не снял, потому что я забыл снять эти турниры. Или не успел, либо смог. О, смотри, какой усач. Смотрите, какой... В смысле, шлемочной. У него... Ну, такой же, только пятачок у него вверх поехал. И короля еще не видел я. Наверное, тоже ничего особенного. В смысле, я могу представить его, наверное. Но вот какой именно он будет на самом деле. Уж не представлять пришли, а... Нужно бы для больших очков набрать. Попасть туда вот. И бочку разорвать. Молодец, получилось. Черт, давайте еще. Раз. Ох, эти новые типы свиней. Я видел, там король был в турнире, но я думаю, заходил. Идите к черту с своими двигателями. В общем, давайте. По-тупому. То там, собственно, ну да, в Angry Birds Friends не изменили, там был король. Я, увы, не посмотрел. То есть специально я не посмотрел, чтобы ждать при вас посмотреть. Как удивиться, какой же будет король. А, ну все. Все. Да, все, все, никого нет. Кто есть? Это что-то как-то быстро проходим, ну посмотрим, как получится. Посмотрим, как получится, может даже целых... А, фиг повесу, сколько турнир в одном видео сможет запихнуть. Не ностальгия мания, а ленивость мания. У них нет времени делать новые турниры. Но это хорошо. Они, кстати, заняты Angry Birds Evolution. Видел насчет Angry Birds Evolution, то есть вот оно, почему птицы-то с лапками и ногами не эволюционировали. Из обычных. Хотя наоборот, по сути. Хотя наоборот, по сути. Суть-то. Вот оно что. Это уже началось даже в Angry Birds Pop. Помните, там птички маленькие в пузырьках сидят. Уже с лапами и крылышками, а птицы их спасают еще нет. Это какая-то фигня получается. В общем, чушь, ну и все же. О, я наконец-то трехзвёздочный. О! Смотрите, у него такие глаза. У короля... Даже шапочку на корону прилепили. Смотрите, блин, вот, блин, покажите мне его. Сейчас мы его освободим, короля. Посмотрим на избитого короля хотя бы, ладно. Сейчас мы его спасем. Ты будешь... Ха! Мне нравится его вид избитого... Избытости. Избыточный король. Какой? Сейчас мы его спасем. Освободите его от блоков, блин. Хочу увидеть настоящего короля.
Или его изменили, слушайте. Покажите мне его. Да не изменили, не. Никак. Либо лень, либо из-за того, что он раздувается, не изменили. Ну, либо, как я говорил, он идеальный просто. Погнали его спасать, короля. Давай, ты будешь свободен. Да не свободен, нет. Хольнулся, ну блин. Как же освободить короля-то? В общем, мы видим, какой он забавный, смотрите-ка. Во! Ну, в общем, в конце какой-то не он... В общем, его забавно то, что он... другие выражения лица у него немножко. А так-то, смотрите, в конце его анимация почти что такая же, ну... Ну, похож, похож немножко на нового короля, конечно же. Неплохо, неплохо. Дзинь! Скипим, скипим. Эти машины просто... Вот хуже гиберсные турниры, где, блин, машины просто прям не может установиться. Прям машина хочет сбивать с этих турниров. Так не нравится внешний вид свой. Огонь смерти, ну, не всегда смерти, но бывает. Смотрите, какой механик безумный стал, в смысле, ну, механик. Усатый свин, усатый свин, усатый свин почти что как механик постоянно. Да, у них выражение лица тоже новые по сравнению с... Не только молочки, но и выражение лица, соответственно. Машина просто хочет сбежать, помогите, да? Ну, а, увы, из небес Фредс не уйти. Даже мне. Посмотрим, что ждут другие турниры. Мне интересно, только ли Piggy Ride, либо другие будут. Доброго денька. Как вы заметили уже, да, турнир. Другой уже. Минус 4. Как заметили, турнир другой, но серия та же. В общем, я пропустил турнир предыдущий. Я не буду вам показывать одинаковый турнир, думаю. В общем, снова у нас турнир викингов. Вот это уже кое-что интересное. Я его тоже вам рассказывал в видео большом. Сейчас мы... Ох, да, вы его увидите новыми глазами, как я говорил в тот раз. Смотри, так нелепо. Постойте, покажите. Из-за того, что, наверное, новое лицо у свиней, теперь у них неправильно наложились картинки. В общем, чё вы? Я вам рассказывал об этом? Да, рассказывал. Это вода? Нет, это ледяная вода. Или это не вода? Это не вода вообще. Ну что ж, забиваем их корабли, ломаем их. Нет, так просто, конечно, корабль не сломаешь. Вы думаете, что бабах и все? Нет, конечно, вы чё? Я помню этот уровень, конечно же, помню. Что нужно сломать? Нужно все руны, кажется, сломать, чтобы произошло чудо. Видите, электризатор летит вверх. О, мачта падает. Не сломать, а активировать руны. Так, куда лететь-то? Как видите, руны активированы, кажется. Их тырыдыдыщ. Вот и все. Эти птицы что-то кончились. Молот летит. Так, а ну-ка, хватит, давайте. Попадать куда-нибудь будем. Все же, наверное, возможно сломать эту часть отсюда. Нет, нельзя. Ха, головоломка? Или что? А, нет, можно сломать, все отлично. Забавно так чиститься, летят вверх. Если же ничего забавного нет. Так, активация произведена. Вот такой вот молот, смотрите, он еще светится постоянно почему-то. Хотя он не должен... Хотя, какая разница, пускай светится. Вот. И, кстати, еще не все, не все особенности, что здесь есть. И вы помните, я вам рассказывал. Если вы видео смотрели, то... Поэтому что, продолжаем? Эх, дальше. Во, помните? Вот такой вот новый свин, заметьте, он моргает? Да, он моргает. Новый свин-дракон. Забавно, свин, который животное, то есть... Это что странный, свин-дракон. Ну, а такой уж он есть, такой уж он есть. Давайте посмотрим, что мы с ним сделаем. Здесь, кстати, руны. Здесь нет рун. Здесь рун нет или есть. Мне укажите путь. Нет, нет.
А, вот он, хитрый путь, снизу. Должен был сработать. Или не снизу, а просто... напрямик. Бога-га. Смотрите, он уже... Он какой умный свин, сам себе пластырь клеит. Это что такое? Получи. Почему он пузырится? Потому что не настоящий был. Да, конечно, настоящий. Вы что? Но все же вот это неожиданно, да? Что он пузырится. Да нет, неожиданно, что свин появился. Если бы вы увидели в первый раз, вы бы удивились. Может, нет. Опа, он думал, так просто от него избавитесь. Конечно же, нет. Вот он вернулся. Возможно, если все руны сломать... А, нет, руны вот... И молот упадет именно вот туда, в склад оружия. Ну, вы же видите, что там место... О! Типа хитрец. Какой хитрец? Не хитрец, типа, говорю... Попасть нужно. Так, а что дальше-то? Чевошка? Тыщ, тыщ. Не такой, кстати, он прочный, заметьте. Хмяк-хмяк, не... короля даже с одного раза не убить. Этот дракон с одного погиб. Видите? Только это не как-то. Ну, вы знаете такие слова. Давайте еще раз. Надо как-то руны сбить, чтобы они достались нам. Что, если я вверх полечу? Может, я кого-нибудь схвачу? О, удачный поворот, смотрите. Как. Мяк-мяк-мяк. Кстати, а чего не изменили текстурку этого свина? Раз вы изменяете текстурки всех свиней, вы этого свина тоже должны были бы изменить, нет? Нет, конечно же, обычный. Чего вы? Так, что у нас тут? А, руны там есть? С руны? Нет, нет их таких. Так, а теперь, смотрите, мастер попаданий ближнего расстояния. Молот, жди себя. Оба молота нет, смотрите-ка. Типа прошел, давайте попробуем молот. Не будем. К черту, молот. Вот так усачи, вот так усачи. Вижу шариков в пути. Думаю, руны будет активировать несложно. Как видите, они уже почти все активированы. Ать! Взжж. Та-там. Как-то он криво падает, да, и неудачно. Но! Можно заработать больше очков, но не стоит. Все равно не попадем. Никуда. Кажется, может попадем. Фиг поймешь с этими ловушками, игрушками, кружками. Так, дракон. А, нет, дракон только два раза. Или три. По-моему, три. Еще он в конце появится. А вы думаете, как получать? Естественно, пеликангом. Так. Какая глупость. Кстати, это уже не актуально, потому что уже в Angry Birds Seasons есть такой турнир. Этому это уже не ново совершенно, нет. Ну, в Angry Birds Seasons викинговские. Новогодние комбинации всего. Так, что у нас за чушь такая? Желательно попадать получше. А, это полная башня. Сейчас мы сломаем все и упадет все. Я думаю, так это тут нельзя пролезать. Уберите турнирную или рекордную таблицу. Можно не высовывать больше. Ну, оно само улезает. Шлем горит. Шлем в огне, шлем в огне, бегите. Ну, типа хорошо. Неплох? А, плох. Ну вот, теперь будут оскорблять меня. Все говорят, плохое, плохое, на улице будут кричать. Откуда не узнают? Надо спрятаться, чтобы не узнали. Так. Бля-бля-бля, ага, знакомый звук. Ох, уже, смотрите, какой усач, он почти размером с обычного свина, почему-то. Запускайся. А, вот сейчас, извини, я снова нажимал, но оно не сработало. Рано. Я уверен, так и думал. Давайте, попытка номер 40. Ну, как бы считаются все попытки, которые я пытался делать в турнир, когда первый раз турнир это был. Вот так. Оба-бам, смотрите внимательно, сейчас упадет молот. Эй, откуда ты знал? Да так. Смотрите, что-то уцелели кто-то. Ну, видимо, нужно два раза. Возможно, и должен был уцелеть кто-нибудь там. А, крыша, точно.
Мол, кстати, невзламываемый. Так. Вот так, наверное, я думаю. Холь! Ну да. Палка раз и палка три. Снула. Эх, неудача. Я так и думал, видите, не думал, я так и знал, что здесь, конечно, дракончик вернется. Зачем дракон часть? То внешним видом и размером, и все. Ну и все. Вот так, смотрите, хлопнул. А, и пузырится еще. Обычно свины не пузырятся. Но это вроде не свины, это свины-животные. В смысле, полусвин, полуживот... Что? Полуживотные. Руна! Почему не собираешься? Что ты как вверху? Непонятно, как он вверху. Возможно, можно было с первого раза забить эту руну. Но я собью со второго. Барабарум. Так, а теперь, знаете, хитрый план. Как победить всех сразу? Знаете как? Да легко. Смотрите, сейчас я вам покажу, как победить. Опа. Сейчас мы перезапустим, и я вам покажу. Вот так. Надо бы шарик как-то лопнуть. И не только шарик, но и свины тоже. А. Видимо, с первого раза никак. Либо толкнуть нужно, верно. Оба-бам. Идет такой... Ну... Во. Не надо слишком близко к микрофону сидеть, чтобы... В этот раз, как видите, все хорошо. Я думал, сейчас ты получится собрать. Нет. Опять же, я не нажимал. Давайте молот тоже забивать всегда. Абсолютно в любом в любой ситуации. Вызывайте молот. Руны все ломайте и все. О, видите, в этот раз упал и тот, и этот. Я нажимал. Вот и все. Следующий турнир, как я понимаю, будет снова викинговский, а третий, в смысле, пятый, шестой, они будут еще иные. Ну тогда в случае, если они будут иные, я и сниму это, возможно. А может и нет. Ха! Уже с Фрэнсом неизвестно, что будет. Вот видели, что я что-то нажимал? Я ничего не нажимал, я такой крестик нажал тут. Ай, загрузка! Ну ладно, ждем турнира другого, кажется. Покажите мне его. Ну а третий турнир, как вы догадались, вот он. Тот самый, который вам тоже говорил о нем. Рыцари золотого яйца, что? Вот такое название. Ну что у нас тут, как видите, турнир на самом деле не особый каким-то, как он предыдущий, запустим, своими новыми свиньями, либо... А, ну а первый-то вообще не был особым совершенно. Здесь так будет некая забавность, но не некая только лишь. Заметьте, черепки из Бэтпигиса и так далее. Ну вот, уже потрачено. Ну, свин! Да, это свин виноват. Видите? Вот наглый, прям мешает прям в момент. Так. Как-то вообще совершенно ничего не помогает. Я даже не понимаю, почему. Ладно, сейчас попробую еще что-нибудь сделать. Это же первый уровень всего лишь. И какая разница, первый не первый, кстати, плевать. Потому что здесь не, от сложности не зависит. Сложность не зависит от количества. От качества, от порядка вообще-то. Так, давайте еще раз. Не может быть, да может не будем еще раз. Ну, конечно... Я не нажимал. Он ну, совершенно никак не лезет. Видите, я все сделал, ничего не сделалось. Можно, конечно, попытаться забросить вот так вот сразу через верх. Знаете зачем? Ради одного свина. Ради второго. Могло? Не помогло, а значит заново. Давай сначала ради сделаем этого свина. Видите, так не проходится, потому что так не надо проходить. Вы спросите, как надо, я сам не знаю.
О, свин покатился, то есть не покатился. Ух ты, его как надо забить так, чтобы он, видите, обвалился. Лыбится гад. Видите, дзынь по голове, но вам не помогло. Ладно, значит, попытка номер та. Смотрите-ка, оброшу эту башню, вот вторую, на того маленького поросенка. Либо взрываем его вот так. Ну, можно и так, смотрите, получилось? Да, значит, говорим, что все отлично. Вот такой вот морочный уровень, как заметьте, видите, проходить его нормально нельзя, ну, как по-обычному. Нужно вот такой вот глупостью заниматься. Ну, по-обычному, то есть напрямик ломить все. Напрямик, конечно, легко, но тупо. Ха, смотрите, черепок в свинье. У меня вопрос, где птицы? А, вот они по центру! Я и забыл про такой чушь, смотрите-ка. Вот оно, как неожиданность. Ну да, я такое забыл, что такое существует. Так вообще, что мне сделать с этой башней? Может быть, мне нужно пнуть свиней тех? Ладно, каких? Это, как я понимаю, катапульт у них там. Давайте попробуем еще разок, чтобы сделать, чтобы получилось что-то. Чтобы получилось хоть что-то. Ведь это зовется хоть что-то. Еще вопрос, зачем вот это чудо? Правильный ответ, это не нужно. Потом давайте заново. Может быть, надо толкать свиниту? А! Понял, смотрите, это же катапульт, типа. Активируем катапульту. Таким образом, все развалилось. Хтынь. И вот такая вот штука. Вот, это стоит турнир особенно именно этим. Подрывниками. О, свинка. Вот так свинка. Я тебя вижу, поросенок просивный. Как видите. Турнир будет тем метательным. О, видите, они сами чего метают. Сейчас свинья бросит, наверное, стрелу. Руками, да? Покажите. Ха-ха-ха-ха! Тупость какая. А, что? 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 Свинья об воздух ударилась? В смысле, есть стрела. Видимо, нужно было сначала в них... Нет. Не нужно было. Я же сначала нужно было их разбросать. Вот чушь какая. О, трезвездность. О, смотрите, какие свиньи красивые. Некрасивые. Дракон. Ну, дракона, смотрите, как повалить, вы спросите, знаю как. Ударом одним. А, нет, воздушный шарик нужен. Ну. То же самое, да? А тот что? А-а-а. Рыцаренок. Видите, вот для чего он броню поставил. От птицы, не дракона. Ну же, дракон-то фальшивый, чё вы тут? Думаете, настоящий? Конечно же, видите. Это просто так, дракон это броня. Но они построили дракон специально, чтобы защититься от птиц. Ну же, какой шлем у него уже забавный. В смысле, вообще не забавный, сложный какой. Тяжелый, непробивной. И у тебя тоже свин. Второй, который подземный. Но, не все так просто, не все так сложно, то есть. Повались. Ля-лям! Видите, там еще яйцо золотое, можно его сломать, но нет, это не откроет бонусный уровень. В смысле, вообще даже ничего не сделает. Он довольный? Нет, смотрите-ка. Вот мы текстурку довольности сделали. Видимо, не сделали. О, смотрите, свин опять усадчий. Итак, три стрел. Сейчас он будет стрелять. Давайте посмотрим, что мы будем делать. О, я помню, это дурацкий уровень, он дурацкий. Ну, то есть сложный тоже. Как первый. Кривые, да? Типа по птицам стреляет, но как бы и нет. Потому что не попали. Раз не попали, значит не стреляли. Ну, свиньи они автоматически, они меткие свиньи, знаете, в отличие от некоторых. А, нет, легкий уровень. Ха! Ну, для трех звезд сложен. Для трех, точно. А так-то легко. Да? А? Говорил. Для двух сложен. О, блин, последний? Нет. Ну, я так и знал. Ладно, куда? Все ясно. Толкать будем. Вот это я помню уровень, очень сильно помню.
Столько, что стрела летит. О, чушь какая. Откуда там стрелы были, непонятно. Эти звуки так и не прекращаются. Это пугает меня. Болтых. Так. Сложно собрать всех тут. Наверное, будет. Там еще мелкие, но... Как бы я молодец. Я умею. Да, вы спросите. Да, сумел. Но вопрос, что еще? Что, кто остался? Никто? Значит, показалось. Но... На этом, думаю, не закончим, потому что еще один остался. Я что-то совсем запутался. О, свиная морда. Почему свиная-то? Так, во-первых, что делать? Зачем? Ой, как полезно. Великолепно. Кстати, тут опять свиньи, видите, черепки, не все черепки свиньи, не все свиньи черепки. Не черепки. Тоже можно запутаться с этой штукой тут. А, ясно. Ну, тут пока не надо взрывать. Может быть, как раз именно нужно взрывать... Не бомбом это. Вот так вот, может быть, нужно обязательно. Паум. И он обратно полетит, смотрите, с пружиной своей. И двойная атака, видите? Но не получилось. Почему вы спросите? Потому что неудача. Почему вы спросите? Да так, ну что, крови так построили криво, что не получилось ничего. Пусть там сидит дикий кролик с косноглазой почему-то. Зачем он там? Да так, просто. И последний. О, уничтожился. Пасха какая-то. Нет, конечно. Кажется, все. Ну, в таком случае, вот сейчас закончим, да? Следующий турнир я вам показывать не буду, потому что, типа, все. Ну, шестой не буду показывать. Шестой не буду, а другой буду. Пусто тут. А пока снова всем до свидания. Ну, в смысле, не снова, а настоящий полный до свидания. Так, 3 турнира пошли, и все, конец. А я спать пойду, наверное. Может, нет.